Что касается взаимоотношений России, Америки, Украины, вы знаете, я вот на сегодняшний день я такой, знаете, у меня как проснулись как-то вот, они в принципе как бы не засыпали так особо, так, может быть, дремали патриотические чувства. Я так с детства была как-то воспитана, пионеры, комсомольцы, там октябрята, то есть как-то вот мне это вложили в голову, потому что много хорошего было. То есть я не говорю там, что там не голосую так активно. Вот. Но вот в этих, во всех организациях было очень-очень много, так сказать, таких очень хороших моментов. А на сегодняшний день я бесконечно горжусь своим президентом. То есть я это говорю не для экрана, я говорю это везде. На сегодняшний день Владимир Владимирович очень мудрый и очень правильный политик, я так считаю. Это мое личное мнение, и я сплю спокойно, потому что я знаю, что это очень аккуратный человек, очень мудрый человек. И то, что он делает, а политика, которую он строит, она очень правильная, выжидательная политика, наблюдательная политика. Поэтому я очень надеюсь, очень верю. Да, существует противостояние, есть, и мы это наблюдаем между Америкой и Россией, но... Россия сегодня живет по принципу «худой мир лучше доброй ссоры». Поэтому мы выдерживаем максимально напоры, то есть нас провоцируют со всех сторон на развязывание войны, на развязывание каких-то агрессивных действий. Но мы, как говорится, опять-таки, Россия является той страной, которая никогда ни на кого не нападала. Сейчас огромное количество идет по телевидению программ исторических, да, и рассказывают о том, как, чего, в каких ситуациях Россия поступала. Никогда. Россия всегда держала такой, знаете, отпор и всегда защищалась больше. Но никогда ни на кого не, так сказать, не нападала. И вот эта фраза Александра Невского, да, что тот, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Да, она актуальна, она имеет место быть. И люди знают, что мы защитимся, мы можем. Так сказать, у нас сильная армия, у нас есть чем защищаться, и мы дадим отпор достойный. Но, ребят, не провоцируйте нас, не надо. Мы не будем воевать, мы не хотим, война нам не нужна, нам нужен мир. И мы все делаем для того, чтобы был мир.